Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. Программа капитального ремонта актуализирована. На сайте фонда капремонта можно найти информацию о том, какие дома включены в программу. Также представлен список новостроек, которые освобождены от уплаты взносов на 5 лет. Кроме этого, региональный оператор опубликовал отчет о своей деятельности во втором квартале этого года. Дайджест недвижимости. Между тем, в Богородском отремонтировали первый дом, включенный в план на 2016 год. Там был выполнен ремонт крыши. При этом подрядчик, по данным фонда, сработал с опережением срока. В организации отмечают, что размер оплаченных взносов на капитальный ремонт по данному многоквартирному дому составляет 42 тысячи рублей. В то время как сам ремонт крыши обошелся более чем в 400 тысяч. Всего краткосрочным планом предусмотрено проведение различных видов работ на 847 объектах общей стоимостью более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Муниципалитет продолжает работу по выявлению бесхозных гаражей. Больше всего гаражно-строительных кооперативов находится в Ленинском районе. Там их 354. Еще 293 расположены в Октябрьском районе, 180 в Нововятском и 68 в Первомайском. В мэрии отмечают, что большинство из них содержатся в надлежащем состоянии. Однако есть ряд трудностей. Так сложно найти ответственного от кооператива, с которым можно решать вопросы благоустройства. Стоит вопрос и об оформлении земель, на которых находятся гаражи в собственности владельцев строений. Для решения этого вопроса проводятся еженедельные рейды. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.